Меня зовут Попова Ксения, мне 18 лет. Я из города Челябинска, из России, где проживает Иван Дулин. Визировщик. Про которого все меня всегда спрашивают. Если я из Челябинска, то обязательно должна его знать. Так вот, я его знаю. Да, я очень люблю петь, я пою с 5 лет, пою везде и в душе тоже. Я перепробовала множество жанров, и оперу, и академ, и так далее, но остановилась все-таки на эстрадном вокале, на эстрадном пении, и сейчас я считаю, что сцена, вокал, танцы – это все мое. Shine bright like a diamond.